Добрый день. Персону запишите. Хорошо. Запишите персону. Приведите ваши. Горюшкиной. Зачем? Как зачем? Горюшкиной. Так не работает, не нужна цель прибытия. Вы пришли в суд, пришли к Горюшкиной. Что у вас? Процесс, не процесс? У меня нету персоны процесс. Что у вас нету персоны процесс? У меня нет процесса, у персоны процесс. У какой персоны? Вот у этой, которую вы будете записывать. Да? Да. А у вас откуда эта персона, этой паспорт? Ну, выдали когда-то, в 2002 году. Это вы? Нет, это персона. Я это вот здесь стою перед вами. А почему вы с другого человека приходите? Я здесь стою, а вот эта персона моя. Это как-то сложно. Это сложно. Очень сложно. У вас процесс нет? У персоны процесс. А вы персона, да? Нет, я человек. Перед вами вы кого видите? Человека, а вот там лежит персона. Надо, да, вот это, да. Это юридический факт. Просто обучаю вас. Нет, мне не надо обучиться, спасибо. Не хотите учиться? Я уже свое отучился. Значит, плохо учились, раз не понимаете. Не, нормально, можно просто нормально подходить и говорить. Без всяких вот этих вот. Да вроде нормально. Запрещенными предметами ознакомьтесь, пожалуйста. Что-то есть при себе запрещенное? Нет, поле шерсти, травматическое. Все, что при себе имеется, вот сюда на стол, пожалуйста. На какой? На столик. Все, все уже. Ну, наверное. Что запрещенного? Нет, поле шерсти, травматическое, перцовые волны, газовые волны. Да, нет. Все было, что при себе имеется. Все принимали. Спиной, пожалуйста. Ну, а говорите все, так вы формулируете правильно. Не открыл дверь. Хотел, знаете, что вам сказать? Вот если вы что-то интересное в жизни узнаете, вы не отказываетесь обучаться, вы говорите, меня учить не надо. Вы же не знаете всего в жизни. Я не знаю вас как человека. Вы меня не учите. А вы знаете, что высшей юридической ценностью является слово. Вот слово сказано, вы должны верить. Человек, чтобы ваше слово слушать. А, вы их не хотите слушать даже. Я не знаю вас. Так и не надо меня знать. Меня не пришли в суд. Я не гражданин. Поэтому вот есть две разницы юридические, хорошо? Что я вас понял? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на какое время? Я не знаю, по Куприянову будет процесс сегодня. Давайте документы. Нет, документы я вам не дам. Хотя бы покажите. И показывать не буду, не обязан. Я как наблюдатель сейчас по присутствию. Так скажите, народ России, народный контроль, человек. Хорошо. А, еще скажите, составитель, с кого ценной бумаги, с кого заявление. Там все указано. Не началось все? Сейчас минуточку. Заседание.
Я рассмотрела дело, результативную часть оглашаю. Вас дважды попросили паспорт. Так не с меня попросили же. Я же объяснил, что это. Вас дважды попросили паспорт, когда вы подошли и перед процессом. Но я же сказал, что я буду как слушатель, как наблюдатель. Я объяснил же 3 раза. Вы что, не слышите? Тем не менее, даже если вы лицо, слушатель, вы обязаны... Я не лицо, говорить. Я человек. Паспорт. Хорошо, человек вы. Хорошо, человек вы. Хороший человек. Вы пришли в суд, вы обязаны предъявить паспорт. Так нет такой... Пришли дважды, ГПК же нет такого. Попросили у вас паспорт, вы паспорт дать отказали. Заседание открыто. Даже если вы слушаете, вы все равно, я должна знать, кто я присутствую в судебном заседании. Значит, дело рассмотрено, оглашена сейчас регулятивная часть по приемному удовлетворению требований указано. Решение готовится в течение 5 рабочих дней, месяц на обжалование. Через 5 рабочих дней либо приходите, получайте, либо по почте идет на домашний адрес. А вы обманули, получается, сказали, позовете, не позвали. Как так? Не стыдно вам? Ладно, всего хорошего.